Нет, не проходит даром испытания. Бог не напрасно допускает их. И хоть встречаем скорби и страдания, мы доверяться учимся через них, чтоб из ничтожного взять драгоценность, увидеть то, что не видать порой, удостовериться, какую ценность имеет почва веры под собой. Когда на камне возводить строение, оно и в испытаниях устоит, его не сдвигнет с места наводнения и даже при пожаре не сгорит. Любые ветры и любые штормы не одолеют тех, кто со Христом. Он мир дарует в уповании полным, вознаградив наградою потом. И хоть душа о скорби истомилась, пускай на небо поднимает взгляд, Господь даст обязательная милость, пусть волны бурные вокруг шумят. Ведь вера укрепляется в страданиях, мы доверяться учимся через них. Нет, не проходит даром испытания, Бог не напрасно допускает их. Слава Богу.